Добрый день, друзья, в студии канал RTVI. Сегодня очень интересная гостья, и речь пойдет о джазе. Джен Монхайт, популярная американская джазовая певица, дважды получала номинацию премии Грэмми, записала 9 альбомов, 7 из которых занимали первое место в джазовых чартах Билборда. Гастролирует по всему миру, занимается благотворительностью. Признана критиками самой влиятельной джазовой певицей молодого поколения. Добро пожаловать. Спасибо. Я только что назвал тебя одной из самых влиятельных джазовых певиц наших дней. Это всегда лестно. Забавно то, что твой менеджер сказал мне, что ты завтра летишь. Да, в Москву. Подумать только. И мне там очень нравится. Я выступаю там с концертами уже третий год подряд, и каждый раз это очень приятно. Мы обожаем русскую публику. Это замечательно, когда ты едешь куда-то так далеко, и когда тебя так здорово принимают. Особенно после того, как столько лет я ездила по миру и никогда не имела возможности побывать в России. Так что поездки были классными, и особенно во время праздников. Я как раз сейчас буду участвовать в таком праздничном шоу, и это замечательно. Я помню, 12 или 13 лет назад один из твоих первых менеджеров привела тебя на радио. И она мне сказала тогда: «Олег, эту девушку полюбят все русские. Она такая красивая, и действительно, ты очень красивая». Спасибо. Да-да. И меня всегда интересовало вот что. У тебя очень серьезное музыкальное образование. Ты можешь петь. Ты воспитана на классической музыке. Можешь играть на рояле. Почему ты выбрала джаз? Почему не поп-музыку? Там ведь больше платят. Потому что джаз сопровождает меня всю мою жизнь, и я обожаю джаз. Меня вообще никогда особо не интересовали слава и деньги в том, что касается музыки. Я об этом никогда не переживала. Зато я всегда знала в душе, что я должна делать в искусстве, и это — хранить историю джаза и не давать американским вокальным стандартам умереть. Когда я начала делать свои записи, публике было известно не так уж много молодых певцов, которые исполняли такую музыку. Была Дайана Кролл. Она считалась тогда молодой и была такого же возраста, как я сейчас. И когда вышла моя первая запись, то, что публика меня приняла, это было для меня и честь, и наслаждение. С момента, когда я еще была крохой, я уже знала, чем собираюсь заниматься. И все так и получилось, и это восхитительно. У меня по-прежнему есть пара твоих ранних дисков. Например, вот этот. Я покажу его зрителям. В моем архиве все хранится по алфавиту. Этот диск Джен Монхайт находится на букву «М» между Джейн Мэнсфилд и Мэрилин Монро. О, это шикарная компания. Мне такая нравится. А когда ты по-настоящему прославилась? Когда выступила в институте джаза имени Талониуса Монка? Да, обо мне тогда впервые напечатали в газетах. Там же я познакомилась с представителями фирмы, с которой потом сделала первые записи, с моим первым менеджером. Это именно они вывели меня в люди. Хотя до этого я уже много лет работала как вокалист, в основном с концертами, на таких мероприятиях, как свадьбы и тому подобное. И тебе нравилось петь на свадьбах? Да, мне очень нравилось то, что я была частью большого события в жизни других людей. Мне это по-прежнему нравится. Вот только накануне я спела на одном торжественном дне рождения 3 песни для именинника. Для него это был просто замечательный сюрприз, и мне это тоже приносит радость. Зачем же еще петь, как не для того, чтобы найти контакт с людьми, чтобы твоя музыка на кого-нибудь подействовала? На свадьбе или на вечеринке — это все равно замечательно. А могла бы ты вспомнить, кто из звезд джаза был твоим первым сильным впечатлением в детстве? Я точно не помню, потому что я была совсем маленькой. Может, Элла? Может быть, Элла и Джуди, потому что их я помню с раннего детства. Хотя Джуди Гарланд не совсем джазовая певица. Она могла бы ею быть, если бы захотела, потому что она прекрасный музыкант и умела свинговать. Просто ее с рождения готовили для иного. Но были и другие, кто оказал на меня влияние. Сара Вон, Кармен Макрей. Когда я была маленькой, они были на пике популярности. Мел Торме тоже. А ты сама еще работала с Питером Элдриджем. Я, кстати, обожаю голоса Нью-Йорка. Это одна из моих любимых групп. Что может быть лучше Нью-Йорк Войсес или Манхэттен Трансфер, когда люди поют живьем? А Питер ведь еще и отличный педагог.
Да, он, наверное, единственный педагог с голосом. Я брала уроки еще одного преподавателя, но Питер занимался со мной 4 года, и я подавала документы на поступление только в Манхэттенскую консерваторию, потому что он там преподавал. Поставила все фишки на него, и в итоге получила замечательное образование, и даже познакомилась там со своим мужем. А до этого ты его знала? Знала, кто он такой? Да, знала, и даже работала с ним, потому что «Голоса Нью-Йорка» приезжали к нам в школу и выступали с нашим вокальным ансамблем. Завтра в этом кресле будет сидеть еще одна певица, легенда джаза. Я знаю, что она тоже оказала на тебя влияние, и она попросила меня, пожалуйста, передай привет Джен Монхайт. Ее зовут Хелен Мэрилл. Это один из моих кумиров. Она вдохновила меня на многие вещи. Например, запись песни «Born to be Blue» на последнем диске. Точно сделана под влиянием Хелен, ее совершенного мастерства. Кроме того, что Хелен стала живой легендой, она еще необыкновенно приятный человек. Так что я очень горжусь тем, что знакома с ней. Перед тем, как мы идем на рекламную паузу, я хотел бы поблагодарить нашего генерального спонсора. Это телефонная компания WDT, которая с помощью вот этой небольшой интернет-приставки Alvoy позволяет вам связываться с друзьями и близкими, живущими в 65 странах нашей планеты. И вы можете разговаривать, звонить в Израиль, Россию на мобильные домашние телефоны по рекордно низким ценам. Господа, звоните в компанию WDT, телефон на экране, и пользуйтесь качественной телефонной связи и услугой Alvoy. А мы вернемся в эту студию, продолжим разговор с Джен Монхайт через несколько минут. Еще раз добрый день, друзья, в студии канал RTVI, гости программы «Место встречи», замечательная джаз-певица Джен Монхайт. И спасибо другому бизнесмену, спонсору, который нас поддерживает. Это доктор Леонард Блей, замечательный офтальмолог. С помощью процедуры LipiFlo он избавит вас от проблем, связанных с сухостью в ваших глазах. Так что звоните лучшему специалисту в этой области, доктору Леонарду Блей. А мы говорим о джазе, у нас Джен Монхайт. Теперь я бы хотел задать вот какой вопрос. Несколько лет назад я посмотрел твое интервью с Мэриан Макпартланд, и она тогда сказала, что ты сегодня лучше других рассказываешь истории в песнях. Это очень важно, потому что мне, например, не нравятся певцы, которые поют под фонограмму, или которые не чувствуют музыкальную фразу, или поют так, как будто текст песни к ним не имеет отношения. Как удается доносить содержание песни до публики? Текст надо обязательно донести до слушателя, ведь музыка сама по себе привлекает основное внимание. Для этого есть несколько способов. Сами слова, мелодия, ритм, импровизация. Мы даже передаем что-то мимикой и жестами, и это тоже большая часть. И это то, что мне нравится. Я занималась в театре, и я стараюсь драматизировать свои песни. Мне непонятно, как можно без этого обойтись. Как можно петь песню и игнорировать текст. Я просто не понимаю, почему некоторые люди так делают. Может быть, они упиваются собственным голосом, может быть, у них трудности с вокальной техникой, или они добиваются идеального музыкального исполнения. Но все равно ты обязан донести стихи. Надо нести смысл и чувства. Да, и я всегда стараюсь быть правдивой. Если я не была в такой ситуации, как описано в песне, это требует артистизма. И это тоже интересно. Есть еще один вопрос, который я часто задаю, потому что мне интересно мнение разных людей. Как ты относишься к тем певцам, кто тоже исполняет золотую классику джаза Great American Songbook, которая действительно изумительна? Дороти Филд, Джонни Мерсер. Так вот, они исполняют эти песни в первоначальном стиле с той же аранжировкой и не привносят ничего нового. Вот что ты об этом думаешь? Это приятно, неплохо. Но я лично не люблю, когда аранжировка не меняется вообще. Тогда ты исключение. Но пойми, зачем тогда вообще это исполнять, если ты не привносишь ничего нового? Если новая и старая трактовка одинаковая, так я лучше послушаю старую, оригинальную. Поэтому мы должны брать песни, которые для нас что-то значат. Когда ты чувствуешь, что спеть их и сделать их актуальными — твое призвание. Даже если исполнение отличается от оригинала. Но я также не терплю совсем радикальные аранжировки, когда от первоначальной музыки вообще ничего не остается. Мне это тоже не нравится.
Мне нравится, когда уважается музыка и слова автора, когда исполнение не является копией другого, и когда песни придают какой-то смысл. И это не так уж трудно сделать, особенно если подобрать правильную песню. А может быть, все и зависит как раз от выбора песни. Когда выступаешь на концерте, всегда очень важно чувствовать твой ансамбль. И Джен Монхайт уникальна тем, что ее бэнд не меняется годами. Один аспект этого понять можно. В бэнде сидит ее муж. Как это вам удается? Я, например, знал имя пианиста Майкла Кейнана еще до того, как там его увидел. Как вам удается быть столько лет вместе? Мы все просто друзья. Мы ценим друг друга не только в музыкальном, но и в человеческом плане. Да, я замужем за Риком Монтабаном, и он же ударник в моей группе. Но Майкл Кейнан и Нил Майнер мне как старшие братья. Они были свидетелями всех важных моментов в жизни моего сына. Он их обожает, и они обожают его. Мы едем на гастроли как семья. Даже наш менеджер Джим Кронос — неотъемлемая часть нашей семьи, которая путешествует по миру. Это так здорово, и я никогда не хотела бы этого лишиться. Плюс они всегда готовы сыграть любую музыку, в любом стиле, в любом настроении, которое меня охватило. Они могут сыграть все, что я хочу. Так зачем же мне это менять? Это самые близкие мне люди. А как часто вы гастролируете? Сколько месяцев в году вы в дороге? Все время. Мы никогда не пытаемся запланировать большое, длинное, организованное турне, если только это не поездка в Европу или Азию. А в основном туда-сюда, туда-сюда, пару недель здесь, пару недель там. И так постоянно, без остановки. Если я 2 недели дома, без единого концерта, это целый отпуск. Утомительно. Да нет, мне нравится. На гастролях я даже меньше устаю, потому что мне не надо ухаживать за домом, за 3 кошками и собакой, а только за моим сыном. Так что забот получается меньше. Я бы очень хотел сейчас послушать, как ты поешь, и, собственно, вот эту композицию. Это запись не из Rainbow Room. Там тебя услышал впервые, но этого клуба больше не существует. А вот Джен Монхайт существует, и она поет по всему миру. Поет Джен Монхайт. Here I go again. I hear those trumpets blow again. All in glow again. Taking a chance on love. Here I stand again. About to beat the band again. Feeling grand again. Taking a chance on love. I thought that cards were frame up. I never would try. See a rainbow ending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love again. I go again. I hear those trumpets blow again. All the glow again. Taking a chance on love. Here I stand again. About to beat the band again. Feeling great again. Taking a chance on love. I thought that copper frame up. What try, but now I'm taking that game up, and the ace of hearts is high. Things are beginning now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love.
Еще раз добрый день или добрый вечер. Зависит все от того, в какое время вы смотрите канал RTVI. В студии Джен Монхайт. И спасибо огромное иммиграционному адвокату Владу Сироте, который тоже поддерживает нашу программу. Он любит американскую музыку и избавляет вас от других проблем. Не от медицинских, а от легальных проблем. Поэтому обращайтесь к члену американской коллегии иммиграционных адвокатов Владу Сироте. Телефон его на экране. Как изменилась твоя жизнь с тех пор, как ты стала мамой? Ну, каких-то перемен я, естественно, ожидала. Наша жизнь отличается от других семей, потому что мой сын постоянно путешествует с нами по всему миру с трехмесячного возраста. Это, конечно, много меняет. Но он интересный ребенок и уже сейчас понимает о жизни гораздо больше, чем другие пятилетние дети. Он очень развитый, и я его обожаю. Мне очень нравится, что он всегда при мне. И даже удовлетворение от своей работы я ощущаю по-другому благодаря ему. Он, наверное, знает название всех авиалиний и аэропортов. Он знает все. Просто все. Как пассажир, он разумнее многих взрослых. Достаточно посмотреть, как он проходит досмотр. Это просто поразительно. Как четко он это делает. Все это дает мне такую радость от работы, которой могло бы и не быть. У меня в жизни ничего больше нет. Воспитание ребенка важнее моей работы. Так что и работать мне веселее, и нервничаю я меньше. И мне кажется, я даже пою лучше, потому что внутри я не такая взвинченная. А как часто он слушает тебя на концертах? Иногда, но не всегда. Все-таки ему 5 лет, и не все концерты для него интересны. Но он часто приходит послушать и по окончании подходит ко мне и дает оценки. «Мама, это было слишком длинно, но мне очень понравилась финальная песня». Так он еще и критик. Да, у него всегда есть замечания. Он просто как режиссер. Я знаю, что ты как-то выступала в Вашингтоне и принимала участие в праздновании 4 июля. А для кого-то из президентов США ты пела? Я спела 2 раза для Джорджа Буша, но это все. Да, для него 2 раза, но для других как-то не сложилось. Ну, все впереди. Жизнь идет, никогда не знаешь. Да, никогда не знаешь. А что ты делаешь дома, когда нет гастролей? Читать любишь? Да, обычно я много читаю, но сейчас для этого у меня нет времени. Надо поддерживать дом, надо растить ребенка, и к тому же дома я с ним сама занимаюсь уроками, плюс мои животные. Просто невозможно остановиться. Даже непонятно, чем неприятно заниматься, потому что я все время о ком-то забочусь. Ты сам знаешь, как это с маленьким ребенком. Но домашний образ жизни доставляет мне удовольствие. Видите, как Джен Монхайт любит уют? Да, я очень-очень люблю домашний уют. Я очень уютная. С кем-то из русских музыкантов приходилось работать? С Игорем Бутманом и его биг-бендом. Мы выступали вместе в Москве осенью прошлого года. Это было здорово. Отличный бенд, и с Игорем очень весело. Это было классно. И я была очень счастлива, что туда приехала. Я не хочу упускать такую возможность и хочу попросить, не могла бы ты что-нибудь спеть прямо здесь? Нет, не могу. Я не распета, и эти ресницы слишком короткие. Ну, пожалуйста. Нет, нет, правда, не могу. Сейчас приближается Рождество. Как ты обычно его проводишь? Обычно мы проводим Рождество в гостях у моих родителей на Лонг-Айленде, потому что на следующий день мы, как правило, летим в Лос-Анджелес, где у нас недельная программа выступления в клубе «Каталина Бар энд Грилл». Мы это делаем каждый год с Рождества и до Нового года. А на Рождество у моих родителей, и это здорово, потому что мой дед с бабушкой тоже приезжают. Они уже в возрасте, но мы по-прежнему близки. Настоящий семейный праздник. Да, без них Рождество не Рождество. Какая твоя любимая рождественская песня? «Have Yourself a Merry Little Christmas». Я даже записала рождественский альбом. Но петь ее мы не будем. Джейн сегодня не распета. Кстати, я выпустила новый рождественский сингл как раз сегодня. Его можно купить в интернете на моем сайте janemanheitonline.com. Это случилось прямо сегодня. Поздравляю, это классно. Спасибо. Где наши зрители могут получить информацию о твоих концертах? Потому что я звонил 2 недели назад в джаз-клуб Blue Note, и они мне сказали, Джен Монхайт, все билеты проданы. Поздравляю. Спасибо.
в следующий раз мне нужно будет позаботиться заранее. У меня запланировано много концертов в Нью-Йорке, и все мои выступления можно проследить на моем веб-сайте. Там есть все. Нам нужно немного времени на еще одну твою запись, потому что я очень хочу, чтобы наши зрители могли еще раз тебя послушать. Поэтому я бы хотел поблагодарить нашего главного спонсора и дать людям шанс послушать твою музыку. И еще раз огромное спасибо компании WDT, которая позволяет по рекордно низким ценам звонить друзьям и близким, находящимся в разных странах мира. Вы можете это делать на мобильный домашний телефон в любое время и находясь в любом месте нашего огромного земного шара. Телефон на экране, пользуясь услугами хорошей компании WDT. А у нас была Джен Монхайт и музыкальное видео с ее участием. Еще одна песня. Thank you so much. Thank you. Happy holidays. You too. 1, 2, 3, 4. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely, and so you're lovely, and oh, what could you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I am so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not as best as. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. I know that musically is the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven can rest us, I'm not as big as true. That's why I won't dance. Ooh, cool.